Далее в Автолиге новости автокомпаний. Компания «Планета Авто» делает специальное предложение для наших клиентов. На автомобиле Ford Focus с двухлитровым двигателем предлагается автоматическая трансмиссия в подарок. Ждем нас у вас наоборот. Ждем нас у вас. Мы, по-моему, попали на какой-то полигон выпуска скота. Так воняет. Генеральным спонсором соревнований по дрифтингу. Так, не знаю, кто выступает. Ваши документы. Ваши вот документы. Мои документы. Правительство. Это мои, я вам дам. А теперь поехали. Дяденька, отдайте мои документы. Сегодня на тесте Автолиги красный огнетушитель. Шутка. Два огнетушителя. Сам из кожи. Из кожи женщины. Из кожи женщины. Скоро дракона. Да-да, даже двери здесь необычные. Ламба, как их называют, двери. В принципе, я говорю, можно устроиться работать работником бензоправки. Каждый раз получаешь чаевые, я думаю, в день по 100 рублей уходит. И лет через 300 ты можешь себе позволить купить эту машину потом. Семочки, семочки, горячие пирожки, беляши, покупайте, разбирайтесь. Давай, мотор, поехали. На этом Автолига закругляется. Увидимся ровно через одну неделю. По-моему, тебя видно, Андрей. Да? Голову убери. Это мой новый стиль. Женька, я приду за тобой. Мистер Зло, помни тебя. У меня чуть башку не оторвало. Погранзона. Здесь запрещено снимать. Ну а мы и не снимаем. А если оттуда? Вы смотрите Автолигу. Главное не упасть здесь сейчас. Через 2 минуты увидимся. Автолига! 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 Автолига рулит. Вот этой вот пушечке ровно 365 лет. Специально для Автолиги. Я сейчас из нее выстрелю. Значит, мотоцикл туристического класса. В нем есть все прибамбасы, вплоть до палки для слепого. Вот, да. Смотрите, вот здесь очень хорошо этот автомобиль тюнингован часами. Смотрите, вот, пожалуйста, на часы. Причем это часы-загадка. Цифры здесь, я не знаю. Ну, где-то наполовину. Наполовину показывают того, чего нужно, а наполовину совершенно не показывают того, чего нужно. Есть люк. Всегда есть свежий воздух, можно даже помогать рукой и загонять его в салон иногда, высовывать. Вступил ли ты в Автолигу, а я уже вступил, раз, два, три. Автолига рулит.